Относительно пострадавших, на станцию скорой медицинской помощи вызов поступил в 3 часа 23 минуты утра. Всего 5 пострадавших госпитализированы в больнице скорой медицинской помощи города Бишкек. Из пострадавших 2 в крайне тяжелом состоянии, 1 в средней тяжести идет. И 2 относительно удовлетворительные, госпитализированы. 2 отказались от госпитализации, они амбулаторную помощь получили. Значит, у 3 ожог пламени 1-2-3 степени, у 2 лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей 80%. А у 3 ожог пламени 1-2 степени лица, обеих верхних конечностей 10%. А у 2 было, у 1 было ушиб коленного сустава, сочетанная травма, но относительно удовлетворительное состояние. Он, значит, отказался от госпитализации, помощь получил. И 5 это отравление угарным газом. Тоже относительно удовлетворительное состояние, от госпитализации отказался, лечение получил амбулаторно.